Четвертьфинал чемпионата мира. Команды, дошедшие до этой стадии, уже могут собой гордиться. Но всем, конечно, хочется взлететь повыше. Вот не упасть бы только больнее. Первый удар по мячу, и игра началась. А нам показывают состав команд. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Тут может что-то получиться. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Флоренцо. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Клаудио Маркизио. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Ушел мяч. Аут. Бруно Перес. Соперника к воротам. И ждут свой шанс. Защита справляется. Пас в разрез очень точно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Доменико Берарди. Неймар. В перспективе вообще может стать лучшим игроком. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть шанс выйти вперед. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Де Росси. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Посмотрим за этой атакой. Маноло Габьедини. Невероятное спасение. Судья показывает на угол поля. Какой удар! Мяч у защитника, он сыграл надежно. Флоренцо. Это момент. Арбитр фиксирует офсайд, но если он и был, то очень небольшой. Может получиться интересная атака. И как пробил. Арбитр назначает угловой. Защитник надежен. Отличный удар. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Это может быть опасно. Лукас. Вратарь забирает мяч. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Навес. И прерывает защитник эту передачу. Тиаго Сильва идет в отбор. Неймар. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Казимир. Алекс Сандро. Коутиньо.
И вратарь на месте. Отличный удар головой и потрясающая реакция голкипера. Алессандро Флоренцо. Лоренцо Инсинье. Даниэле де Росси. Прочитал передачу Тиаго Сильва. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Тут может что-то получиться. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Маркизи. Габьядини. Потеря. Все, в оборону. Все верно. Края надо чаще задействовать. Сыграно жестко, но в рамках правил. Лоренцо Инсинье. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Пока неплохо. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Какой перехват! Великолепно сыграно! Маркинес. Филиппе Коутиньо. Роберто Фермино. Коутиньо. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Алессандро Флоренцо. Это может быть опасно. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Неймар. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок, офсайд. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Ну что же, довольно... Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали! Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Роберто Фермино! Вот потому, что такие моменты не реализуются, на табло у нас и ничейный счет. Маркизи. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Клаудио Маркизио. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Алекс Сандро. Ждем судейского свистка. Замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Доменико Бирарди. Казимир. Маркизио. Все видел Тиаго Сильва. Мяч у него. Коутиньо. Здорово сыграно. Как же он сегодня хорош в единоборство.
владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность. Забирает мяч Галки. Маркиньос. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрят. Потерял он мяч, но кому он достанется? Де Росси. Ударище просто! Будет угловой. Габиадини. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Мяч потерян. Отличный перехват. Доменико Бират. Посмотрим за этой атакой. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Казимир. Есть варианты развития атаки. Опасно! В тяжелейшей ситуации голкипер спасает свою команду по нулям в игре. Мяч уходит на угловой. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч летит в сторону ворот. Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Здорово сохранил игрок концентрацию и очень спокойно сделал из вратаря дурачка. Ну так уж дурачка. Действительно, для вратаря момент неприятный, но не до такой же степени. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Может получиться интересная атака. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Доменико Бирарди. Стефано Стураро. Лоренцо Инсини. Это может быть опасная атака. Спас он своих блестящих. Сейчас сыграем. Даниэле Де Росси. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. Стефано Стураро. Защитник справился с задачей, мяч выбит.
Бонавентура. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Дуглас Коста. Потерял он мяч, но кому он достанется? Оскар. Много еще играть, 10 минут. Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи. Стефано Стураро. Тут может что-то получиться. Здорово! Доменико Берарди. Неудача. Игрок все делал правильно, но мяч не пошел в ворота. Нужно искать новый вариант. Да, все вокруг да около. Нужно, конечно, прибавлять скорость. Дуглас Коста. Чиро Иммобили. Великолепный пас. Бонавентура! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Главная задача голкипера не пропустить. И сегодня... Чиро Иммобили! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Осталось совсем чуть-чуть до конца встречи. Леонардо Бонуччи! Стефано Стураро. Момент! Чиро Иммобили. И это возможно... Габьядини! И мяч все-таки влетает в ворота, и снова восстановлен статус-кво. Потрясающая развязка, но еще есть немного времени. Может быть, мы увидим еще один мяч в ворота. Всегда эффектно смотрится, когда мяч влетает в ворота рикошетом от перекладин. Согласен. И вот посмотри, в какой-то момент показалось, что мяч отскочит в поле. Но он все-таки взял и пересек линию ворот. После ответного мяча у нас 1-1. Маркиньос. Много остановок у нас было. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Казимиро! Какой момент! Счет вполне мог измениться, а так по-прежнему ничья. Леонардо Бонуччи. Маноло Габьядини. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Чиро Иммобили. До конца матча остается не так много времени, и этот угловой хороший шанс для команды. Ничья по итогам 90 минут, и придется играть дополнительное время. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть шанс выйти вперед! Команда устали, игроки провели на поле 90 напряженных минут. Но теперь надо собраться и провести еще дополнительное время. Бонавентура. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Нужно забивать и выходить вперед. Вновь надо выполнять подачу с угла поля. Тиаго Сильва разряжает обстановку. Отличный кросс. Штрафной удар.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну что это за игра защитника, а? Прекрасно сыграно. Снова он отобрал мяч. Джакомо Бонавентура. Пол команды обыграл. Ничего себе. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Мяч выбит. Угадайте, кем называется. Бонавентура. Какой удар. Не удалось забить и выйти вперед тоже не удалось. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Какая передача. Опасная передача. Маркиньос. Даниэле де Росси. Габьедин. Это может быть опасная атака. Отличный навес. И здорово играет защита. И есть поддержка у этой атаки. Доменико Берарди. Штанга. Стефано Стураро. Вратарь первый на мяче. А сейчас вперед можно выйти. Блестящее спасение. Еще одно. Итак, впереди у нас есть... Второй тайм дополнительного времени начался. Алекс Сандро. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Габьедин. Пока неплохо. Судья показывает, что будет угловой. Александро. Отлично сыграно, надо решать. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Чиро Иммобили. Домень и пробил. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Через 8 минут арбитр даст свисток об окончании второго дополнительного тайма. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно Бей его! По-моему, мы только что увидели решающий гол. Ну, такой удар, да, технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно и точно, и практически без шансов для вратаря. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Второй дополнительный тайм заканчивается через 4 минуты. Может получиться интересная атака. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Оскар. Это может быть опасно. Красиво сыграно, как эффектно. Мяч летит в сторону ворот. У нас все-таки ничья, когда уже никто не ожидал. Да, вот так вот сравнивает счет. Команда уже под самый финальный свисток. И, очевидно, нас ждет серия пенальти. Да, и многие считают, что серия пенальти — это своего рода лотерея. Но я с этим категорически не согласен. Мне все-таки кажется, это больше мастерство.
Все, время вышло. Победитель будет определен в серии пенальти. Он подходит к мячу. Его удар задаст тон этой серии. Удар и гол. Я из комментаторской чувствую, как у него дрожат коленки. И это гол. Вы тоже это видите? Здорово нервничает перед этим пенальти. И реализует этот игрок пенальти. Удары, не нарушая правил. Знаешь, некоторые считают, что это не совсем честно, но гол засчитан, все в рамках правил. Великолепный удар! Нет, такими маневрами вратаря не приведешь. Тащит ее гол! Стать героем, а в итоге стал антигероем. Готовится пробить игрок. Забивает игрок пенальти, и все. На этом матч закончен. Напряжение, конечно, было невероятное. Ну и голкипер, конечно, перенервничал. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Настоящий кубковый матч. Жаль, что в кубке гостя не могут обе команды пройти дальше. Кому-то приходится уступать дорогу. Да, я здесь с тобой полностью согласен. Ведь мы знаем, что кубковые матчи — это нечто особенное. Можно вылететь на самой ранней стадии, а можно пройти всех и завоевать заветный трофей. И не всегда результат зависит исключительно от мастерства. Посмотрим за этой атакой.
Совсем немного остается до финала. Сегодня нас ждет полуфинальный матч. Не последний матч на турнире для обеих сборных, это точно. Но обе хотят биться только за золото чемпионата мира. А нам показывают состав команд. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Вицель. Тут может что-то получиться. И навес. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. Найнголан. Лукаку. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Ромелу Лукаку! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Мяч уходит на угловой. Лоренцо Инсинье. Алессандро Флоренцо. И мяч в руках у голкипера. Посмотрим за этой атакой. Момент! Лукаку. Откровенно плохо сыграл. Забирает мяч голкипер. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Отлично сыграно. Надо решать. Навес. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Леонардо Бонуччи. Маркизио. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Кевин Де Брюйн. Лукаку. Все верно, края надо чаще задействовать. Вратарь решил отбить мяч. Лоренцо Инсинье. Алессандро Флоренцо. Это может быть опасно. Продолжает владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Успешно. Нужно выходить вперед, бей! У нас счет равный, посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Ушел мяч, аут. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Кевин Де Брюйн. Может получиться интересная атака. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Лоренцо Инсинье. Отличный удар. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Это угловой. Тут защита справляется с потерей мяча. Найнголан. Лукаку.
Это может быть опасная атака. Мяч ушел в аут. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Лоренцо Инсини. Кевин Де Брюйн. Великолепный пас. Можно играть дальше, считает арбитр. Маноло Габьедини. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Потеря. Все, в оборону. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Бей и выводи команду вперед! И команда выходит вперед. Классное исполнение. Здорово он оценил ситуацию и пробил точно в левый угол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Алдервейл. Эден Азар. Тут может что-то получиться. Тут все очевидно, будет штрафной. Табличка в руках. Аксель Вицель. Найнголан. Первые 45 минут этого полуфинала истекли. Одной из команд они удались, что мы и видим на табло. Они по-прежнему уступают в счете. Возможно, свежий игрок принесет им удачу. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Аксель Вицель. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Посмотрим за этой атакой. Кевин Де Брюйн. Вицель. Момент! Эден Азар. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Азар. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Это может быть опасно. Аут. Флоренц. Габьедини! Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Овес. Кевин Де Брюйне. Да, что-то немыслимое сейчас сотворил игрок. Я уверен, он сам не понимает, что произошло. Знаешь, Георгий, мне кажется, мяч просто-напросто свалился с ноги. Другое дело, что вряд ли здесь ситуация требовала такого удара. Наверное, можно было пробить по-другому. Пол команды обыграл! Ничего себе! Давай, решай! Габьедини! Они выигрывают и будут...
будут подавать угловой. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрят. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Алдервейл. Кевин Де Брюйн. Антонио Кондрева. Может получиться интересная атака. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Маркизи. Винсент Компани перехватывает мяч. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Это может быть опасная атака. Он накручивает. Лоренцо Инсинье. На месте голкипер, все в порядке. 20 минут осталось играть. И навес. И прерывает защитник эту передачу. Лоренцо Инсинье. Маркизио. Отлично сыграно, надо решать. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Миши Бачуай. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Отличный навес. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Удар! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Кондре. Потеря. Все, в оборону. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Азар. И мяч оказывается у голкипера. Хороший пас во фланг. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Атака. Стоп. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. Компани. Маркизи. Пока неплохо. Итак, у нас аут. Лоренцо Инсинье. Торопится вратарь. Может быть, это последняя атака.
Отобран мяч, надо возвращаться. Лоренцо Инсинье. Судья решил добавить 3 минуты. Маноло Габьяддини. И в разрез, шикарно. Момент для удара. Проверка вратаря, он на месте, никуда не ушел. Ну что, нужно забивать с этого углового и завершать игру. 2 мяча за оставшееся время не отыграть. Антонио Кондрява навешивает. Винсент Компани блокирует передачу. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Защита надежно играет, мяч отобран. Завершает арбитр встречу и фиксирует победу со счетом 1-0. Вот это да! Победа в полуфинале чемпионата... Первый удар по мячу, и игра началась. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Это может быть опасно. Это момент. Нужно выходить. Джардан Шакири. Есть гол!
счет в финале открыт. Это очень важный гол, и команда это понимает, и, конечно, прекрасно это понимают болельщики. Здорово сохранил игрок концентрацию и очень спокойно сделал из вратаря дурачка. Ну так уж дурачка. Действительно, для вратаря момент неприятный, но не до такой же степени. Может получиться интересная атака. Сравнивать нужно. Гол! Снова равный счет на табло. А время-то еще есть. Посмотрим, кто из команд больше хочет победы в этом финале. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно. И сразу видна разница в классе конкретных футболистов. Снова равенство на табло 1-1. Фирмин Швеглин. Рикардо Родригес. Ищут они разные варианты для атаки. Атака остановлена, но кто получит мяч? Это может быть опасно. Момент! Бьет мимо игрок, и счет остается равным. Упускает 100% шанс вывести свою команду вперед. Шакири. Валентин Штокер. Классный отбор. Можно играть. Антонио Кондрево. Тут может что-то получиться. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Родригес. Леонардо Бонуччи. Маркизио. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Ян Зоммер. Мяч у арбитра. Внимание. Это может быть опасная атака. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Забирает мяч Калкин. Рикардо Родригес. Джердан Шакири. Де Росси. Очень здорово сыграно. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Мяч будет введен из аут. Великолепный пас. Может быть, он думает, что защитник играет за его команду? Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли Даниэле де Росси. Вот это спасение! Кондрево навешивает штрафную. Какой удар! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. И красиво, и полезно. Замечательная передача. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Даниэле де Росси. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Заигрались они в пас. Надо было уже как-то обострять атаку. Атака остановлена, но кто получит мяч? Рикардо Родригес бросит мяч. Фирмин Швеглин. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Фабиан Шер. Эффектный пас. Точно в ноги партнера. Лоренцо Инсинья. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили.
пока неплохо. Эль-Шараль. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Эль-Шарави! Навес Антонио Кондревы может быть опасно. Елене. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Родригес. Две минуты добавляются. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Лоренцо Инсинье. Гол! Гол в самой концовке! Голасо! Голиссимо! Галлини! Галлиани! Этот мяч выводит их вперед. Я думал, что мы увидим напряженную борьбу, но пока что одна команда полностью доминирует. Да, полное превосходство. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Алессандро Флоренц. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Штефан Лихштайн. Валентин Штокер. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. И как опасно пробил. Надо забивать и гол! Этим мячом они упрочивают свое преимущество. И надо сказать, счет по игре. Вот вратарю сейчас вообще не позавидуешь. Спас ведь в первый раз команду. Да, но первый удар-то был просто шикарным. И тут технически вратарю сложно было как-то мяч удержать. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Фирмин Швегли. Де Росси идет в отбор. Валентин Штокер. Хорошее владение мячом, перештрафной. Ударище просто! И от вратаря мяч залетает в ворота. Вот так. Дорогу осилит идущий. Большой разрыв в счете. Не отыграешь одним ударом. А по чуть-чуть вполне реально, как мы видим. Да, и посмотрим, что будет дальше. Потому что лидирующая команда сейчас вполне может дрогнуть. Шакири. Великолепный проникающий пас. Момент! Забивай! И что это? Гол! Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество. Ведет он сегодня. Сегодня за собой команду. Второй гол уже забит. Фабиан Шеф. Это замена по позиции? Думаю, это решение давно напрашивается. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Алессандро Флоренци. Это может быть опасная атака. Маркизио. Гол! 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 Как он попал! Точно в верхний угол, и вратарь уже ничего не может поделать.
Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. 5-2, 7 голов забито, оборона сегодня отдыхает. Рикардо Родригес. Ждем судейского свистка, замена готова. Забирает мяч голкипер. Андре. Отлично сыграно, надо решать. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Валентин Штокер. Получает мяч на ходу. Тут защита справляется с потерей мяча. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Лоренцо Инсини. Пока неплохо. Алессандро Флоренци. Удар. Повторным подтверждает, что у арбитров были все основания прервать эту атаку. Действительно был офсайд. Да, бывает и такое, но с другой стороны не очень понятно, чем же можно объяснить такое преимущество одной из команд. Да, весьма неожиданно. Мяч летит в сторону ворот. Перекладина, но мяч в игре. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Шикарный момент! Великолепный гол! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. И это его второй гол. Дубль он сегодня оформляет. Счет у нас 6-2. Интересно, сравняют. Пошли последние 15 минут. Арбитр не дает разрешения игроку вернуться в игру. Похоже, в этот раз обошлось без серьезных последствий, но это тревожно. Голкипер забирает мяч. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Итак, команда в полном составе. Не знаю, может быть, у него просто мышцу свело, да? Отличный удар. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Опасно! Вратарь намертво забирает мяч. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Тут может что-то получиться. И как опасно пробил. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Мяч за пределами поля, угловой. Флоренци! Оригинально сыграно, мяч остается у них. Стефан Эль-Шаарави. Шакири. Валентин Штокер. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Те, кто ведут, похоже, не хотят, а те, кто отстают, похоже, не могут. Не думаю, что последние минуты принесут нам какую-то детективную интригу. Три минуты добавлено к основному времени. Лоренцо Инсини. Это может быть опасно. Марко Верати. Вот это удар! Отличный чистый отбор.
Ну что, я думаю, заслужила эта команда свою победу. Если вспомнить, то весь сезон они шли к ней. Вот так вот прямо и на финишной прямой смогли проявить волю и довести дело до победного конца. Мы же поздравляем всех болельщиков этой команды с победой в турнире. Саму команду и всех тех, кто любит футбол. Конец турнира – это всегда праздник только для одной команды. Но рождение новых надежд для всех, кому не повезло. Награждение начинается, игроки готовы получить трофей. Да, сейчас официальные лица будут вручать кубок. Куда ж без этого? Конечно, туда, к трибунам, к болельщикам. Вместе с трофеем идет команда. Болельщики очень помогли команде. Это и их трофей, разумеется. Куда без этого? Конечно, это традиция, команда фотографируется. Общекомандное фото всегда значимая часть футбольной коллекции. Это момент. Нужно выходить вперед, бей! Джардан Шакири. Может получиться интересная атака. Сравнивать нужно! Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли. Даниэле де Росси. Вот это спасение! Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Лоренцо Инсинье. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. И как опасно пробил. Хорошее владение мячом, перештрафной плотный. Ударище просто. И от вратаря мяч залетает в ворота. Великолепный проникающий пас. Момент! Это может быть опасная атака. Маркизио. Да, бывает и такое, но с другой стороны не очень понятно, чем же можно... Мяч летит в сторону ворот. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Шикарный момент! Великолепный гол!